В день, когда Русская Православная Церковь чтила память блаженной Матроны Московской, в городе Черчике, что в Узбекистане, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа владыка Викентий совершил литургию прежде освященных даров в Свято-Троицком Георгиевском мужском монастыре. Перед началом богослужения состоялся монашеский постриг. Инок Августин, насельник святой обители, был пострижен в монашество с именем Аристокл. Также в этот день архипастырь совершил хиротонию во чтеца, студента Ташкентской духовной семинарии Александра Аношкина. А затем уже во время литургии прежде освященных даров рукоположил его в диаконийский сан. Обращаясь же к собравшимся, архипастырь напомнил всем, какой мы имеем пример чистоты и целомудрия жизни в образе почитаемой церковью в этот день святой Матроны Московской. И вот сейчас мы видим современное наше общество, которое стремительно стремится к тому, чтобы получать удобство, наслаждение, удовольствие. А вот святая блаженная Матрона, этого всего она была лишена, но в то же время она старалась жить по-христиански, жить по заповедям Божьим. И главным образом она терпеливо переносила все эти ее недуги. В связи с этим владыка Викентий отметил, важно, чтобы мы постарались находить и в болезнях, и неудобствах нашей жизни радость общения с Богом, радость божественного посещения.